Добрый день, в эфире Ирявунг ТВ. С нами на связи аналитик, редактор сайта «Спутник Кыргызстан» Талайбек Арасколов. Добрый день, господин Арасколов, спасибо, что вышли с нами на связь. Господин Арасколов, политика Запада по отношению к Центральной Азии, вот оторвать Центральную Азию от России и выступить против Москвы, вот как это вот противостояние Запада и России сказывается на странах Центральной Азии в целом? Зруби, ну давайте, наверное, так скажем. Прежде чем ответить, да, на влияние Запада на наши страны, я бы хотел задать вам встречный вопрос. Вы же знаете, что приблизительно Армения и Кыргызстан в геополитическом плане также важны, хотя мы и маленькие горные страны, также важны, как и большие державы в наших регионах. Дело в том, что геополитическое расположение что Армении, что геополитическое расположение Кыргызстана обязывает нас, как говорится, иметь свою политику, ну, как национальную, да, но в то же время находить партнеров, так как мы все-таки небольшие страны, и в одиночку выжить в этом жестоком мире действительно сложно. Все мы прекрасно понимаем, что большие крупные игроки, например, такие как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, да, теперь как отдельный игрок, Китай, все они имеют определенные интересы в наших регионах. И наши страны, естественно, да, подвергаются влиянию со стороны всяких различных игроков, которые я перечислил выше. Очевидно, что... Давайте так, самые крупные игроки, да, это Запад, так называемый, коллективный, как принято говорить, да, и Россия в наших регионах, если, например, взять Южный Кавказ или Центральную Азию, то противостояние между именно этими двумя игроками всегда идет. Вопрос стоит в том, насколько мы можем, как говорится, реагировать на это влияние и насколько полезно нам это влияние. Если рассуждать философски, то западная цивилизация, она имеет свои парадигмы, которые нам зачастую непонятны. В том числе нам, как бывшим кочевникам цивилизации номад, или армянам, которые являются древней цивилизацией. И, соответственно, нужно выбирать с тем, то есть дружить. Дружить с тем, с кем мы тысячелетиями взаимодействовали. И очевидно, здесь ответ один. Это евразийское пространство. И только с евразийским пространством мы можем взаимодействовать. В том числе и с Россией, там, я не знаю, с Ираном, с Азербайджаном, хотя, несмотря у вас там есть конфликт. То есть надо находить точки соприкосновения, которые позволят нам процветать, как национальным государствам, процветать и жить в мире и согласии. Очевидно, что влияние Запада, оно в большинстве своем деструктивно. Да, там есть высокие технологии, да, там есть, может быть, где-то в определенных местах хорошее образование. Да, там есть какие-то другие плюсы. Но мы же понимаем, что за теми коврижками, которые предлагают нам западные структуры, всегда есть интерес. Это капиталистический мир. Мы, как страны бывшего Советского Союза, привыкли к справедливому распределению, к человеческому отношению. Мы привыкли, как говорится, дружить, а здесь не дружба, здесь дружба не пахнет, если говорить о концепции Запада. Здесь есть интересы мои и твои. И чаще всего наши интересы, как Армении или Кыргызстана, они нарушаются, и нарушаются, причем как с экономической точки зрения, так и с политической точки зрения. И именно так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Недавно было открытие фонда и НКО «Евразия». И вот интересно, насколько деятельность и те цели, задачи, которые представил этот фонд, насколько они целесообразны и актуальны сегодня в странах Центральной Азии? Вы знаете, у нас схожая с вами ситуация.
Я вам объясню, почему. Дело в том, что вопросом НПО или НКО, да, в разных странах по-разному называют. В Узбекистане, например, ННО называют. Угу. Вот. И так далее. Не суть важно. Это общественная организация. И схожесть Армении и Кыргызстана в этом вопросе очевидна. Объясню, почему. У нас маленькое население. У нас в Кыргызстане всего там 7 миллионов, да, с копейками. Вот. Но на это население у нас почти... Ну, по разным оценкам экспертным, да, от 19 до 30 тысяч НПО различного характера. Вот. А в Армении я тоже знаю, что есть как бы очень много НПО, и при этом на душу населения как бы тоже считается большим количеством. Я могу цифры привести. Вот, да, конечно, население Армении. Да, население Армении чуть менее 3 миллионов, и тут официально зарегистрировано больше 9 тысяч НКО различных, и получается это приблизительно одно НКО на 300 жителей республики. Ну, у нас одно НКО на 200 жителей, uh-huh. и что? Вот получается, мы соразмерны. В uh-huh. этой ситуации мы с вами практически одинаковы. Далее следует другой вопрос, если брать вопрос НКО. Какие они? Естественно, как и в любой другой стране мира, да, в Армении есть очень позитивные общественные организации, которые занимаются процессом, вопросами экологии, вопросами здравоохранения, вопросами воспитания, образования, науки и так далее. Но есть и те НКО, которые занимаются так или иначе вопросами политики и вмешиваются в политику. И что самое интересное, насколько я знаю ситуацию в Армении, у вас НКО, которые были раньше, они сегодня даже прошли во власть. И это, по-моему, не тайна. И подтвердите, это так или нет? Да, сегодня многие чиновники, деятели, которые занимают высокие государственные посты, они до революции 18 года, они как раз активно участвовали в деятельности различных НКО, были общественниками и выступали за развитие гражданского общества. И, в принципе, они вот способствовали тому, что произошло в Армении в 18 году. Кстати, насчет цветных революций мы тоже с вами похожи. Uh-huh. Вот. У нас 3 революции было, если у вас там были митинги, какие-то беспорядки, да, там и, ну, можно сказать, переворот один был, да, по большому счету, то у нас их было 3. Мы просто знаем на своей коже, как ощущается это событие. Мы 3 раза пережили. И что самое интересное, 3 раза... Это после вот этих событий была такая стагнация, как в экономике, так и в политике, что мама не горюй. При этом я вам скажу, что так называемую в кавычках предреволюционную ситуацию раскачивали именно НПО. И их вклад просто нельзя недооценивать именно в дестабилизацию. А нужна ли Армении дестабилизация? Нужна ли Кыргызстану дестабилизация? Давайте просто зададимся обычным вопросом, который задает, наверное, каждый житель нашей страны. Там мама, папа, там дедушка, дети. Хочется, мне хочется жить хорошо, мне хочется жить спокойно, мне хочется жить в мире и согласии, мне хочется кушать хлеб с маслом, иногда, может быть, посыпать икрой, вот. А получается, любая дестабилизация, она приносит деструктивный характер. И естественно, что вот эти так называемые цветные революции, мы, понимаете, у нас сильно, у многих людей сильно ухудшился, так скажем, уровень жизни. Да, мы потом пытаемся расти. Вот. Кстати, благодаря, и в том числе, и Евразийскому экономическому союзу, Кыргызстан встал, ну, на определенную такую дорогу, путь, да, рельсы, и мы пытаемся найти себя в этой нише. И угу. довольно-таки успешно. При этом, если говорить о влиянии НПО, то опять-таки, еще раз повторюсь, именно они начали раскачивать ситуацию вот перед всеми нашими революциями. Я не знаю, как у вас в Ереване, да,
Очевидно, что тоже похоже что-то может быть. Может, вы расскажете нам? Ну вот я могу сказать, что ситуация очень похожа на то, что вы рассказывали. Видимо, вот методички, они везде одинаковые, потому что вот потребности людей жить в более таком, в лучших условиях. И вот те лозунги, которые вот вспоминаются, которые были в 2018 году, это как раз обещание лучшей жизни, обещание того, что вот какие-то болезненные, чувствительные моменты они вот затрагивали. И вот на этих лозунгах, что вы будете сами решать будущее своей страны, что вот все чиновники, они коррумпированы, мы должны менять, мы должны создавать лучшее будущее, что вот нужно сделать революцию, и вот все проблемы решатся. Но, к сожалению, мы увидели, что проблемы не решились. И после этого у нас была война, военные действия не прекращаются до сих пор, и как бы до этого хотя бы ситуация была в этом плане стабильная, и вот этой красивой жизни мы не увидели, мы увидели ухудшение во всех планах. Правда, в плане экономического развития мы наблюдаем развитие именно вследствие того, что Армения также является членом Евразийского экономического союза, но у нас есть вот эти вот настроения антироссийские, они во всех сферах. Как вы знаете, на государственном уровне говорится о возможном замораживании или выходе из ОДКБ, из всех вот этих пророссийских структур, и также затрагивается некоторыми политиками и вот экономический, Евразийский экономический союз, потому что Армения сейчас на государственном уровне уже ведет вот политику на сближение с Европой. А началось это с того, именно с деятельности различных НПО и НКО, которые в 2018 году и до 2018 года раскачивали ситуацию, но на это они получали огромное финансирование, это различные фонды, и вот по статистике ежегодно около 100 миллионов долларов поступают в Армению, это приблизительная сумма, сумма намного больше, на так называемое развитие демократии, развитие гражданского общества, развитие медиаресурсов, и вся вот эта вот ситуация, она к 2018 году уже настолько вот раскачала внутри страны вот настроения общественные, что вот привело к революции. И, в принципе, это те деятели, которые сейчас занимают высокие государственные посты, они тогда как раз выступали активными гражданскими вот такими общественниками. И зачастую они как раз выступали против России за выход из ЕАЭС, за вывод российской военной базы. Вот, все вот эти вот лозунги, они тогда раскачивались, и против тогдашней власти это все велось, и в итоге эти революционеры, бывшие НКОшники, сейчас у власти, которые продолжают свою деятельность и отрабатывают, скорее всего, те финансы, которые они получали за столько лет. Простите меня, вы, получается, в аналогичной ситуации, да, ну, давайте так скажем, Украины 2005-2008 годов, да, когда там вот этот Евромайданы начались, потом как бы митинги, мы все за евроинтеграцию и так далее, и так далее, и так далее. В итоге мы видим, что получается. В итоге мы видим, что конфликт на Украине специально поддерживается Западом. Для чего? Для того, чтобы просто уничтожить всех украинцев. Давайте посмотрим на ситуацию в Молдове. Там аналогичная ситуация. Также работали НПО, также делались лозунги, как вы говорите, да, Заруи, евроинтеграция, там, хорошая жизнь, пятое, десятое, там, все замечательно, прекрасно. Вот. А в итоге что мы имеем? В итоге имеем так скажем, антироссийские настроения, даже бог с ним, пускай будет антироссийский, не суть важно. Де-факто что мы имеем? Кушать нечего, экономика падает, деньги выделяются не на заводы, фабрики, да, на которых могут работать люди, а выделяются на всякие эфемерные вещи, типа якобы демократия, якобы свобода. А что нам дает эта свобода? Вот кто-нибудь задумывался? У нас то же самое в Кыргызстане.
вот мы такие там замечательные, прекрасные, мы будем против коррупции, мы будем против властей и так далее. А в итоге что? Опять-таки одна и та же шарманка. Вот. Только сейчас, после, так скажем, событий 2020 года, да, так называемой Октябрьской революции, да, у нас их мартовская, апрельская, понимаете, теперь октябрьская еще есть, да, вот, понимаете, хоть чуть-чуть стала как бы налаживаться жизнь. Это вот, представьте себе, сегодня 2024 на календаре, а события были в 2020. То есть за 4 года мы только-только начали как бы оправляться после вот этого переворота. И власти там пытаются что-то сделать, улучшить и так далее. Но не забывайте, что у нас власти более нейтральные, и мы не прозападные. Мы с Западом ведем диалог, но так, здравствуйте, хорошо, замечательно, улыбаемся и машем. В основном у нас, так скажем, политика нейтральная, но мы также являемся членами Евразийского экономического союза, мы также являемся членами ОДКБ, которая действительно помогает нам, так скажем, обеспечить безопасность здесь. Мы просто, все кыргызстанцы помнят, какие конфликты были в нашем регионе. Давайте я просто напомню и, наверное, расскажу армянскому зрителю. Да? Напомню, что в Таджикистане соседнем была гражданская война, которая длилась несколько лет. Вот. И многие беженцы бежали к нам в Кыргызстан, когда у них была гражданская война. В том числе и кыргызы, потому что в Таджикистане есть, в горном Бадахшане и Мургабе есть места, где проживают компактно кыргызы. Вот. Напомню, что был кыргызско-узбекский конфликт в 90-м году, 91-м году, да, когда на межнациональной почве. Тогда мы тоже его смогли уладить и как бы не дать этому ход. Нашли решение только в дружбе. Только в дружбе и согласии. И сегодня Кыргызстан и Узбекистан мало того, что демаркировал и делимитировал границу, да, мы сейчас открываем совместные предприятия, мы сейчас пытаемся найти даже открыт кыргызско-узбекский фонд. Вот, то есть результаты дружбы. А что дает конфликт? Конфликт дает ничего, кроме плохого, кроме горя, страдания, трагедии и так далее. Еще раз напомню, у нас был недавно конфликт Кыргызстан-Таджикистан. Вот. И только волевое решение наших руководителей, помощь российского лидера Владимира Владимировича Путина, сейчас идет делимитация и демаркация границ. То есть на вот этих вот проблемных точках Запад пытается сыграть и дестабилизировать ситуацию, а еще лучше для них сжечь наших людей в конфликтах. Угу. Мы это все пережили, мы это все видим, мы это все знаем и прекрасно чувствуем, да, когда говорят о армяно-азербайджанском конфликте. Угу. Мы прекрасно это понимаем. Ну вот я хочу сказать, что вот по поводу конфликтов, естественно, Запад, пытаясь ослабить Россию, вот все регионы вокруг, пытается там создать очаги напряжения, будь то Южный Кавказ, будь то Центральная Азия, и понятно, что, в принципе, вот все эти лозунги, с которыми они заходят, что они хотят там улучшить качество жизни, углубить экономическое сотрудничество и все такое, мы понимаем, что под этим стоит, что основная цель — это как раз ослабить Россию и сделать это посредством стран, которые находятся по соседству. Ну вот вы сказали, что, конечно, все мы тоже знаем, что Киргизия является членом некоторых интеграционных объединений российских во главе с Россией, можно так сказать. Это ЕАЭС, это ОДКБ. В этом плане интересно, вот как вам видится, в каких направлениях вот страны, которые являются членами ЕАЭС, могут углублять свое сотрудничество? Ну вот вы знаете, давайте честно, откровенно, да, мы не такие, не имеем больших производственных мощностей, мы не имеем мощного сельского хозяйства, да, у нас есть, мы аграрная страна, считаемся, да, вот, у нас 90% горы на территории,
Вот 90% кожи. Где нам что-то сеять, там какие-то поля, миллионы гектаров? Нет, мы не можем это делать. Вот. Ну, мы, как говорится, у нас есть скотоводство, у нас есть, как говорится, земледелие, да? Но это хватает только вот на нас самих. Что нам нужно сделать для того, чтобы выйти на рынки внешние, да, в том числе и рынки ЕС? Нашли нишу. Швейная промышленность. Замечательно. С Китая везем ткани, шьем. С Турции везем ткани, шьем. Обеспечиваем пол России. Ну, я так образно, конечно, говорю, да? Вот, но лейбл Made in Kyrgyzstan в России сейчас на расхват на любом рынке. От Москвы до Дальнего Востока или Сахалина. Понимаете? Мы нашли эту нишу. При этом на этом же рынке играют, например, тот же Узбекистан, да, у которого огромная легкая промышленность. Вот. Но мы выигрываем, то есть за счет чего? Мы выигрываем за счет мобильности, за счет быстрого переориентирования моделей. Если там огромные фабрики, да, которым трудно развернуться, вот, и они выпускают такую стандартную, хорошую одежду, добротную, вот, то мы выигрываем за счет малых партий и за счет, так скажем, креатива. Я не знаю, у вас какая сейчас кофточка, да? Но я не удивлюсь, если вдруг она может быть куплена в Москве, а лейбл будет Made in Kyrgyzstan. Почему? Потому что наша одежда сейчас расходится по всем странам СНГ. И это вот один из кейсов, который я могу применить. То же самое, например, возьмем Беларусь, да? Вот один из игроков и членов ЕС. У них там сельское хозяйство, у нас вот, вот прям под офисом, да, вот где я сейчас нахожусь, находится белорусский магазин. Колбасы покупаем, молоко, сыр. Разве не это плохо? Хорошо. Я бы с удовольствием покушал бы армянских блюд. Вот. Почему у нас долмы нет, я не знаю до сих пор. Вот. Почему у нас нет колбасы вяленой, вот, махан, да, по-моему, называют. Как? Судюх. Бастурма. Да. Бастурма, вот. Ага. Почему нет? Ну где? Я хочу. Давайте мне армянскую колбасу. Я хочу. А нету. Видите? Вам можно как бы работать. То же самое как бы и в других направлениях. Почему бы IT-направление? У нас очень как бы, вот если брать Кыргызстан, да, то у нас сейчас сильно развивается, так скажем, так называемый парк высоких технологий и айтишники. Вот. Что это дает? В будущем, конечно, сейчас это такой, как малая доля рынка, там, несколько сотых процентов от чего-то там и так далее. Но завтра это же будет как определенным таким кластером, и это надо понимать. Мы из кочевников на конях превратились в digital nomad, то есть в цифровых кочевников. У нас наши айтишники, они сейчас пишут программы для всех стран мира. Вот. У меня лично, вот я даже не буду как бы далеко уходить, у меня лично мой братишка родной, он айтишник, причем банковской сферы. Он работает с Малайзией, там, Филиппинами, Соединенными Штатами, с Белоруссией, с Грузией. Я не знаю, с Арменией был проект, нет. Вот. Ну и что? Вот же, пожалуйста, есть же результат, есть. Развиваться надо. То есть вам как бы тоже можно это сделать. Ценность-то не в, в земле, конечно, тоже есть, там, в полезных ископаемых, да, но это нужно переработать и дать вкуснее продукт. Вот у нас сейчас набирает, например, обороты форелевые хозяйства. Замечательно. Мы там отправляем практически 80% рыбы, которая выращена здесь, да, в Россию. Там глубокая ниша. И не будет Россия покупать. В Китай отправим. Китай вообще все проглотит, понимаете? Он кушать всегда хочет. То есть почему бы и нет? У вас рядом соседи Иран, Азербайджан, Грузия, Россия. Пожалуйста, вы же можете их обеспечить всем, чем угодно, чем можете производить. Я специфику армянской экономики не знаю, ну, так досконально, но предполагаю, что у нас с вами схожие интересы и, как скажем, направления. Очевидно, наверное... Армения тоже, да, поставляет
именно и сельскую продукцию, и легкую промышленность. Вот это все развивается у нас, это все идет в страны ЕАЭС в первую очередь. Поэтому именно рынок ЕАЭС открыл для Армении большие возможности. Если в Европу будет идти в основном сырье, то в ЕАЭС идет готовая продукция. Это, как я уже сказала, это и наши продукты, и наши вина, и коньяки, и фрукты, овощи. Все это идет в ЕАЭС, и всякие там вот армянские тоже фабрики швейные работают. И рынок сбыта – это именно ЕАЭС, который открывает 185 миллионов, то есть это огромный рынок. И нужно понимать, а многие не понимают, что в случае Европы там есть квоты, там не так, что вот с тем же самым мы можем пойти туда. Там есть свои стандарты, которым надо соответствовать. То есть это для армянской экономики, если будет выход из ЕАЭС, это будет очень большой удар, кризис, потому что вот это нужны очень большие финансовые вложения, чтобы соответствовать, переделать под европейские стандарты, под европейские рынки. И, то есть квота может быть вообще не соответствовать тому, что мы можем поставлять, или вообще то, что мы можем поставлять, им вообще не интересно. То есть в этом плане развития экономики нам интересен именно рынок ЕАЭС с его возможностями. И с тенденцией расширения мы видим, что уже Иран и ряд других стран тоже очень заинтересованы в сотрудничестве, уже заключаются соответственные договоры. Вот в этом плане мне еще интересно, вот мы говорим об экономическом взаимодействии, сотрудничестве. А на ваш взгляд, нужна ли вот какая-нибудь политическая надстройка, как в Евросоюзе? Это же тоже союз создавался как экономический союз, а потом уже там пошла политическая надстройка, там Европарламент и все такое, соответствующие органы. Нужно ли объединяться не только в экономическом плане, есть отдельное вот ОДКБ, это военный союз, а вот это все нужно объединить и выступить в политическом плане тоже как-то вот сообща странам Евразии? Знаете, на мой взгляд, я сейчас, наверное, выскажу свою личную точку зрения, которую, наверное, я пришел года два назад. Все вопросы сохранения суверенности государства – это первое, что экономика, политика, безопасность. Согласитесь? Ну, если ваш житель, государство плохо живет, соответственно, это государство скоро распадется. Если ваше государство слабое в вопросе безопасности, соответственно, ваше государство распадется. Если ваше государство слабо политически, да, ну, простите меня, давайте так, с низкой социальной ответственностью, да, есть же люди у нас, да, вот, то есть и туда, и сюда, и так далее, да, играют на многие фронта, то в итоге вас раздербанят на мелкие кусочки. Отсюда вывод, ну, чисто логический, просто житейский вывод, да, нужно дружить с настоящими друзьями, нужно работать с теми, кто никогда не обманывает бизнес, да? Ну, чисто такой экономический вопрос. Если тебя обманывают, зачем тебе с ним работать? Нужно или там обворовывают, да? Если бизнес, вы же сами знаете, любая бизнес-история полна там, ну, кидаловым со стороны бизнес-партнеров. Ну, зачем с такими работать? Надо работать с теми, кто надежный. Если с точки зрения безопасности, ну, давайте возьмем просто вот ваш офис, у вас там есть, ну, я так понимаю, по-любому служба охраны. Ну, если она слабая, ну, зачем она нужна? Значит, надо взять другую. Правильно? Правильно. Так, давайте теперь дальше логически исходить, просто-напросто. Если брать Кыргызстан, ОДКБ, наша база, да, кстати, у нас вообще уникальный в мире случай был. У нас было две базы. У нас была российская база, авиабаза КАНТ, и американская ГАНСИ возле аэропорта.
Вот. Потом мы сказали до свидания американцам после того, как произошло несколько эксцессов, ну и, соответственно, политически они как бы, ну, знаете, много чего стали требовать, несмотря на то, что там какие-то денежки они платили. Вот. В обществе есть сторонники там и России, и сторонники и Запада, но если логически рассуждать, Запад вот за 30 лет независимости Кыргызстана, ну, я общий коллективно беру, да, западная компания практически разграбила наше месторождение золоторудное Кумтор, оставив Кыргызстан там с копейками какими-то, понимаете, там был такой драконовский договор, который в итоге вся эта история вылилась в национализацию этого месторождения, и теперь мы сами его разрабатываем. То есть нас ограбили просто-напросто, и все эти, так скажем, 30 лет выкачивали из нас ресурсы. Золото выкачивали, не какой-то ресурс, золото выкачивали. Дальше пойдем по безопасности. Как только появилась здесь база российская, да, потом она трансформировалась в общую базу ОДКБ быстрого реагирования, у нас перестали на нас нападать. Это же как раз 99-й год, Баткенская война, первая и вторая, когда маджахеды, ну, кучка маджахедов просто-напросто поставила на уши всю страну. Понимаете? Захватила там территории, захватила заложников и так далее. И тогда мы, это 99-й год, я напомню еще раз, вот, тогда мы как задались вопросом и обратились, вот, давайте сделаем общую систему безопасности. Сейчас у нас с 1999 года таких внешних вторжений нет вообще. Да, был конфликт с Таджикистаном, но это опять-таки из-за нерешенных приграничных проблем. И опять-таки благодаря московским архивам сейчас идет вот этот вот и воле наших руководителей, да, и Мамали Рахмона, Садыра Джапарова, сейчас идет вот этот вот процесс делимитации, демаркации. Замечательно. Что нам еще нужно? Если говорить о, вот вы говорите, нам нужны ли нам надо какие-то настройки, да, политические, всегда все решается в дружбе и согласии. Сегодня ЕАЭС отвечает, он был создан как экономический союз, но видя внутреннюю проблематику, там несоответствие каких-то стандартов, может быть, какие-то слишком, знаете как, заинтересованные желания. Помните, были проблемы между Россией и Белоруссией по границе? Вот ровно такие же проблемы у нас сейчас Кыргызстан-Казахстан. И в рамках ЕЭК, экономического вопроса, эта задача не решается. То есть нужна наднациональная настройка, где соберутся все и скажут: ребята, давайте жить дружно. Вот тогда мы можем, как говорится, прийти к одному общему консенсусу, найти компромисс, если хотите. Если нет консенсуса, то можно найти же компромисс. Давайте вы сделаете вот так, а мы сделаем вот так. И тогда будет всем хорошо. А ЕС, это, да, евразийская тема, это вообще замечательно, прекрасно. Это для нас рынок, мы можем работать. В итоге мы придем к выводу, что нам нужна даже единая валюта будет. Это придем мы к этому. Я так понимаю, многие эксперты, экономисты об этом говорят уже несколько лет. То есть это необходимость. А соответственно дальше, если смотреть, в вопросах безопасности ОДКБ, ну кто мешает это соединить и сделать одним? Я не говорю сейчас о... как многие могут подумать о, так скажем, реанимации, да, или там восстановлении Советского Союза. Нет, ни разу. Я сейчас говорю о прагматичном и полезном для нас, для наших стран сотрудничестве. И только так мы сможем процветать. А я напомню, что сейчас весь мир переживает структурный кризис. Структурный кризис капитализма, если вы обратите внимание на работы западных экономистов, не наших,
и чтобы не посчитали это за пропаганду. Это западные экономисты говорят. Вот буквально недели две назад в Guardian была опубликована статья о том, что все эти цифры, которые пишут США о том, что у них там 2-3% роста ВВП, это все ложь. У них 18-16% инфляции. Или возьмите в Турции 120% инфляции. Или возьмите в Евросоюзе. Вот вы сейчас упомянули Евросоюз. А у них огроменная инфляция сейчас до 22% промышленной инфляции. А это значит, что через полгода-год эта инфляция дойдет до обычного жителя. И что нам, как бы, ну, сами понимаете, я вам просто чисто из прагматичных решений говорю свое, так скажем, видение. Нам нужно, нам не только, как бы, может быть или не может быть, нам жизненно необходимо сейчас интегрироваться в разных областях. Пускай это будет политический какой-то союз, пускай это будет экономический союз, пускай это будет союз по вопросам безопасности, там, по борьбе с международным терроризмом, это, кстати, тоже большой вопрос, по борьбе с наркоторговлей. То есть много-много-много точек, которые потом могут войти в одно какое-то единое целое. И я напомню, что мы живем-то на одном континенте, Евразии, и зачем нам сейчас разделяться нам по разным своим квартирам, когда мы можем вместе работать? Да. Логично, логично. Вполне логично. Господин Араскулов, у меня такой вопрос. Почему в Кыргызстане в этом году не состоится шествие бессмертного полка? Вот в сообщении МВД написано: решение принято, учитывая угрозы безопасности. Я не поняла, о каких угрозах безопасности идет речь? Абсолютно верный вопрос. И у нас многие жители этим задаются. Но я вам объясню правильность этого решения. Теракт в Крокусе. Мы прекрасно видели эту трагедию. Все видели мы, согласитесь. Но сегодня теракты уже не несут ту цель, которую как бы хотели достичь раньше, ну, лет 10 назад. Теракт это был для чего? Чтобы как можно больше людей погибло, как можно больше людей пострадало, и от этого страх, ужас и трагедия. Сегодня теракты преследуют другую цель, для того, чтобы напугать и разъединить. Не случайно исполнителями были выбраны вот эти вот бедные таджики, которых просто-напросто завербовали и, может быть, даже заставили, я не знаю, я как бы не понимаю, да, в чем вопрос. Среди нас всех есть такие люди, да, сделать этот теракт. То есть, смотрите, маленький, так скажем, теракт в Крокусе начал вбивать клинья в наш, так скажем, Евразиатский экономический союз ЕС, да, начал вбивать клинья между национальностями. Сейчас в России есть настроение, да, это, то есть постфактум маленькая дестабилизация внесла большие деструктивные изменения. Вот какова цель теракта. И сейчас мы, вот у нас, знаете, да, был пост мусульманский Орозо Айт, да, месяц Рамадан, мы соблюдаем пост, потом у нас праздник. Именно в целях безопасности мы отменили молебен, большой молебен на площади в Бишкеке, на центральной площади Алатов в Бишкеке. Именно из соображений безопасности, чтобы не получился какой-нибудь теракт. А таких же, простите меня, людей, которые могли бы это сделать, они есть. Мы их просто не сможем отследить. Вот. То же самое и в шествии бессмертного полка. Именно поэтому из соображений безопасности. Хотя Кыргызстан, я просто вам, как житель скажу, да, республики. У меня дед воевал, вот, он дошел до Кёнигсберга, бомбил Берлин, вот, на своем самолете, где он был бортмехаником. Кстати, его самолет показан в фильме «Небесный тихоход». Помните песенку? Первым делом самолет. Вот там самолет моего деда. Вот.
То есть это моя личная история. И это личная история практически каждого кыргызстанца. Великая победа. И мы, наверное, недоумеваем, да, почему бессмертный полк. Но именно из соображения безопасности, я это прекрасно понимаю, решение наших властей не то чтобы отменить, а просто отменить шествие. А никто нам не запретит с балконов выйти. И у нас было во время ковида, кстати, такая история. Вот. Мы все выходили с балкона, держали фото наших дедов, махали флагами и кричали «Да здравствует Великая Победа!». Выразить наши чувства и эмоции никто нам не помешает все равно. Вот. А то, что вопросы безопасности, это да, это намного важнее. И это для государства, наверное, оно и для этого и создано, для того, чтобы решать вопросы и безопасности, и там, и так далее. А вот в плане отношения к Великой Победе, к пересмотру истории, которую мы наблюдаем в некоторых странах, есть ли такие настроения в Кыргызстане? И как молодежь вообще относится к Великой Победе, к вкладу кыргызского народа в победу над фашистами? Я вам скажу, что мы в этом не отличаемся ни от Армении, ни от Беларуси, ни от другой страны постсоветского пространства. Везде у нас, в наших странах, по методичкам целенаправленно бьют по этой теме. Молодежь пытается сделать прозападной. Это везде. Я только что вчера разговаривал с Молдовой, абсолютно ровно такая же ситуация. Что у вас, что у нас, есть попытки. Сейчас даже более того, я вам сейчас расскажу, по украинским методичкам у нас сейчас насаждается, знаете как, в странах Центральной Азии, да, не только русофобия, а еще и между казахами и кыргызами, это два братских народа. Вот прям два братских народа, понимаете? Да? Вот, это как русские белорусы или русские украинцы. Угу. Вот, то же самое казахи и кыргызы. Вот между нами вбивает клин. Вот прям идут нарративы, эти вбросы информационные и так далее. Для чего? Опять-таки ровно украинская методичка. Вот абсолютно. Те же такие же бредовые ученые, которые там древние укры выкопали Черное море, да, то же самое там сейчас в Казахстане, например, один ученый выступил, Адам и Ева родились в Алма-Ате. Почему? Потому что там яблоки. Ну, это же маразм. Все мы прекрасно это понимаем, но эти вбросы специально делаются ровно абсолютно по такой же методичке, которая была отработана, начиная с 2000-х годов на Украине. Понимаете? И мы все под этой атакой. И единственное решение, что для Армении, что для Кыргызстана. Кстати, Беларусь, вот благодаря, во-первых, трезвому мышлению белорусского народа и хорошей политике президента Лукашенко, она выстояла против вот этой большой атаки, которая, помните, была в 2020 году. Да, после выборов, вот она выстояла, да. Она смогла выстоять. И сейчас готовят наши страны, и причем готовят не просто так, как бы вот там, русофобия там и так далее, да, а разжигают еще и межнациональные конфликты. Для чего? Для того, чтобы просто нас поджечь как спичку, когда надо будет, так раз подожгут, и все, и мы сгорим, мы будем погибать, мы будем испытывать трагедии и так далее. Так лучше же сейчас это все остановить. И вы в начале программы упомянули то, что мы с вами вместе были на этом форуме, да, по презентации НКО Евразия. Именно поэтому я выступил с критикой на этом форуме, потому что позиция евразийских НПО, она слабая, и нам нужно вместе выработать, чтобы, если они будут работать в Армении, чтобы с учетом национальных интересов, национальных особенностей Армении они работали. Каких-то ментальных особенностей, в том числе и в Центральной Азии, чтобы с учетом наших каких-то особенностей, национальных каких-то традиций и так далее, чтобы они работали и привносили вот этот вот нарратив дружбы, согласия и мира. Только так мы сможем выжить. Я не зря сейчас сказал вот в предыдущем ответе о том, что по всему миру идет кризис. Ребята, если вы будете заниматься, ну, хотя бы, ну, чуть-чуть думать, то вы поймете, что сегодня идет структурный кризис капитализма. И этот структурный кризис можно решить только путем войны.
большой войны. А так как ядерная война невозможна, потому что вся планета тогда уничтожится просто-напросто, специально делают вот такие вот конфликты. Вот, пожалуйста. Вот почему, ответ вам на ваш вопрос, почему все это делается. А для чего? Для того, чтобы везде вот эти вот поджечь наши территории, получить обнуленные территории. И потом за счет восстановления этих земель опять получать прибыль. Вот и все. Мы будем как аборигены сидеть, с нас будут выкапывать ресурсы, мы будем работать там днем и ночью на этих каких-то там предприятиях, на какого-то дядюшку, и все. А жизни у нас нормально не будет в дружбе, мире и согласии. Поэтому нарратив о том, что лучше жить на евразийском пространстве вместе, на, то есть пускай это будет Евразийский экономический союз, потом там ОДКБ, там ШОС, да, или еще что-нибудь, да, не суть важно, вот, чем вот так вот разделяться и поддаваться красивым картинкам, которые нам транслирует Запад. Спасибо, господин Раскулов.